пол стоим такие грустные. Холодно. Да, погода ждет. Приятно. Погода? С моря можно и долго ждать. Здравствуйте. Ну что вы? Нам расскажете? 1 сентября к вам, как обещал, выходит. Внутри штукатурка идет, электрика идет. Рыба. Сказал, сделал. Все тут. В ноябре будем лечиться. В ноябре? Ну, как обещал. Посмотрим. Получится у нас в ноябре. Валерий Васильевич скажет. Да, он старается. Обещал до сентября кладку завершить, кладку завершил. Радуется. 4 дня еще. До сентября. Да. Все слышат. Раньше срок идет. Все с опережением. Стахановец. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Мы в гости. Зайдем в гости? Конечно. Хорошо. Да. Ну что у нас? Рассказывай. Что завершили? Что здесь попросили? Где он стоял? Попросили попросить. Он стал наряднее, ярче. Общественный совет что скажет? Дефектная ведомость у вас? Составлена, исправляется. Составлена? Да. Исправляется, да. Хорошо. Ну и поподробнее, потому что подрядчик дом передаст, и дальше вы уже можете остаться один на один с проблемой. Скажите, вот эти проблемы мы можем заранее увидеть, и чтобы подрядчики их исправил? Сами жители даже этим следят. Приходят, следят и сообщают, что исправлено, что не исправлено. Говорят. То есть такая работа идет? Да, идет работа. Я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас этот жилой дом реализуется по благотворительной программе, не за счет бюджета. Здесь средств бюджетных нет, ни городских, ни областных. Поэтому мы надеемся, что вы потом возьмете за это путешествие. Во всяком случае, ближайшие 2 года в соответствии с законом обязаны ремонтировать и исправлять то, что по вашей вине вдруг будет неисправно. Да, и гарантия должна быть. А затем хотелось бы, чтобы для вас этот дом первый в городе был. Не последним, и нужно качество удерживать. Тем более, вот Леонид Александрович показывает нам поликлинику. Было бы правильно тоже, чтобы поликлиника и отделана была красиво. Ну и с другой стороны, так как Леонид Александрович вписной у нас один из основных застройщиков, вот Леонид Александрович, здесь сдается дом, квартиры с отделкой. Практика, когда у нас в Саратове сдают квартиры без отделки, без обоев, без линолеума, без, соответственно, сантехники, наверное, не совсем правильно. Все-таки мы должны стандарт должны повышать и выходить на сдачу дома, когда человек приходит и живет. Как Балаково. Да. Но в Саратове у нас такого нет. Кроме программы. Нет, половина уже живет. Но программу по сиротам мы под ключ и качество повышено за последние 2-3. Есть замечания? По дому? Да. Нету. По дому. Вы же все-таки здесь единственный человек, который на стройке работал. Сейчас зайдете, и строитель, вы будете здесь жить. Я сейчас зайдете, посмотрите квартиру, все, подъезд, как все сделано. Если вам что нравится, нам нормально, нам вот, хорошо. Мне тоже нравится. Мне самое главное, чтобы вам нравилось. И нам важно, жители, чтобы потом уже прошли, потом промыли, дом содержали. Все сделали, жители нравятся. Вы исходите из того, что сдачей дома работа в Елшанке не заканчивается. Угу. Леонид Александрович с Валерием Васильевичем. Сказали, что какой-то будет базар у нас еще. В ноябре сдадут поликлинику. Рыба. Да, Михаил Александрович взломает, как только поликлиника переедет старую и вывезет, здесь будет сквер. Что касается рынка сельскохозяйственного, да, да. Валерий Васильевич собирается здесь рынок сельскохозяйственный, так же как в юбилейном, построить. На то ездим на Сенной, но это далеко, неудобно. Зачем ездить на Сенной, когда у нас с вами рядом такие районы, как Петровский, Татищский, Аткарский, Артищский по этому направлению. Многое производят, но не могут продать, не могут
со своей стороны на театральной площади обеспечит вам доступность. Валерий, налево, направо. Вот есть министр, она вам покажет. А вот если брать площадь, то она будет в 3 раза больше. Да, здесь всего 2600 квадратных метров. Тихо. Здравствуйте. Вы ждете новоселье? Конечно. Да? Понятно. Мы вам не будем здесь мешать, потому что явно все не поместимся. Пойдемте отсюда лучше. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Спасибо. Ждете переселение? А как же, еще как ждем. Конечно, ждем. Мы ждем, чтобы у нас это все было нормально, правильно? Конечно. Все, что с тобой чередой. Им где деваться? У них отопления уже не будет. Там покупать некуда. Поэтому такая штучка. Ну, все. Александр Александрович говорит, что в ноябре будет у вас новоселье. Мы ждем. Мы знали об этом. Да. Это большой барак. Строительные работы идут. Ну все, можно готов, оценить, все на каком этапе. И... Там уже сейчас здорово. График, как вы соблюдаете. Я выбрала сейчас уже здорово. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. Ну, давайте, заселяйтесь. До свидания. До свидания. Да. Давайте, мы тогда поехали. Валерий, понятно? Да.